Всем привет! У нас сегодня идет снег. Вот лежит на земле такой маленький, не пушистенький, такими какими-то крупинками. Вот такой вот идет снег. Вот как показать-то покрупнее. 23 апреля. Вот, мои растишки там. Ничего, вроде бы сидят, но я не буду заходить, потому что, боюсь, помёрзнут. Вот. Температура у меня в теплице сейчас плюс 5. Вот моя рассада на окошке. Я в тот раз пыталась с улицы их снять. Мне ничего не получилось. Вот мои помидорки стоят. Там баклажанчики. Вот здесь тоже помидорки. Вот. И вот эти последние баклажаны. Скорее всего, ну посмотрим. Я их, может быть, отдам даже. Они поменьше. У меня сходит дыня. Вот такие вот семена. Вот. В общем, 5 штук я посадила, вот она у меня сходит. Перчик у меня стоит здесь. Вот тоже неплохой. Ну так его маловато. Так в основном вот такие еще маленькие. Вот, а это вот горький перец. Вот такой тоже еще маленький. И сельдерей. Вот моя первая петуния, которую я вот рассадила в горшочку. Такая вот большая. Вот еще здесь стоит петунка у меня. Перчик стоит. Вот тут эти цветы у меня вылезли. Вот. И вот такие вот у меня тут еще перчики стоят. Эти поменьше уже. Я, значит, купила у нас в магазине вот такую еще морковочку. Хочу посеять, попробовать. И получила из Китая семена. Мне пришли. Сейчас покажу, что у меня тут. Хочу попробовать. Это я выписала такие длинные огурцы. Здесь 100 штук, я немножко поделилась. Вот, это петунья такая белая, махровая. Это черри помидорки, но я не знаю, поздно сажать, нет, но я несколько штучек посажу. А, это пекинская капуста. А, ну правильно, вот это пекинская капуста, я выписала оттуда, с Китая. А это вот махровая петунья. Вот такие семена. Вот пришли, вот такая вот бумажка вложена, что я выписала. Такие вот петуньки, помидорки черри, капуста и огурчики вот такие длинненькие. Вот они мне шли 2 месяца. А то у них был в феврале Новый год китайский, они не высылали. В общем, потом где-то выслали, наверное, уже в конце февраля. Вот, ну, в общем, хочу я посеять. Огурчики посею, капусточку посею, попробую. Вот, и, в общем, петунку, не знаю, наверное, еще не поздно. А вот помидоры, я не знаю, помидоры, может быть, даже поздно уже сеять. Ну, посмотрим. Ну, ладно, всем пока-пока. Я хотела показать, как у нас идет снег. На улице холодно, плюс 4-5, вот так вот.